Спонсор показа – ветеринарная клиника «Теремок Зоо». Вайнера 45В. Телефон 646-003. Кошка Ася любит сидеть на руках и всегда спокойно. Первый раз в приют она попала еще котенком, около 4 лет назад. Тогда ей быстро нашли новый дом, но месяц назад ее вернули. Хозяева сказали, что кошка так и не научилась пользоваться лотком. После осмотра ветеринара выяснилось, что у Аси недержание из-за множественных повреждений в районе позвоночника. То ли это укусы, то ли это какие-то повреждения, то ли это удары какие-то были, неизвестно. Сейчас назначено лечение, мы его выполняем. И будем надеяться, что все исправится. Так, кошечка очень ласковая, контактная. Пельмеша, несмотря на довольно внушительную комплекцию, одна из самых активных кошек в приюте. Но такой она стала совсем недавно. Летом пельмешу сбила машина. Волонтеры доставили ее в ветклинику, где она провела больше месяца. Сейчас кошка почти здорова. Больше всех, наверное, в приюте она играет. За всеми шариками бегает, со всеми разборки устраивает. Всех хочет со всеми познакомиться, погладиться, чтобы на ручках посидеть, но в то же время спуску она никому не дает. Этот упитанный белый кот – Рич. В приют он попал около года назад. Кот несколько дней сидел у подъезда одной из первоуральских многоэтажек. Домой его так никто и не забрал. Ричу около 5 лет, он полностью здоров. Волонтеры считают, что он станет хорошим другом в семье с детьми и при необходимости сможет ладить и с другими кошками. Единственное, что вот глазки, если видно, у него один глаз – травму, видимо, какую-то перенес. Лечение он получил, никакого, в принципе, особого лечения сейчас не требуется, только если туалет, глаз, ну, как вот люди умываются, так и кошечкам. В первоуральском приюте сейчас живет больше 50 кошек. Еще около 100 находится на передержках. Для того, чтобы выбрать себе питомца, необходимо обратиться по телефону. А если вы уже являетесь хозяином кошки, для вас мы запускаем конкурс «Мартовские коты». Для участия необходимо отправить фотографии своей кошки в группу телеканала в соцсети ВКонтакте и поделиться записью о конкурсе на своей странице. Фото кошек будут размещены в альбоме «Мартовские коты 2020». Победителей выберут через 2 недели. Одного зрителя в онлайн-голосовании, еще 2 спонсор проекта «Зоосалон Грум» и редакция телеканала. В качестве подарков спонсоры подготовили сертификат на свои услуги, наборы профессиональной косметики и инструменты для ухода за пушистыми питомцами.